там раньше было белые законы. Хотите о муниципальных предприятиях, номер 161 ФЗ. Муниципальные предприятия создаются для решения социально значимых задач. Несомненно, в течение значительного количества времени Назаровский хлебокомбинат успешно решал социально значимую задачу по обеспечению потребителей хлебом и хлебобулочными изделиями. Шло время, и наряду с хлебокомбинатом выпускать хлеб начали всевозможные частные пекарни. В Назарово появился хлеб из других городов Красноярского края. На сегодняшний день МУП «Назаровский хлеб» обеспечивает существенно менее половины потребностей города Назарова в хлебе, хлебобулочных и кондитерских изделиях. В связи с этим большая часть помещений и оборудования хлебокомбината не задействованы в производственном процессе. Более того, имеющееся оборудование имеет значительный износ, энергозатратно, не соответствует современным требованиям, предъявляемым к эффективному производству. Ну, вот Олег Анатольевич буквально 3 минуты назад привел пример, аналогично данному помещению, где можно, наверное, выпускать те же самые объемы. У предприятия отсутствуют средства на техническую модернизацию производства. Магазины предприятия нуждаются в качественном переоснащении, наполнении оборотными средствами. Администрация города, как учредитель МУПа, не располагает возможностями по инвестированию средств в развитие предприятия. МУП, являясь коммерческим предприятием, подпадает под действие закона о закупочной деятельности. Администрирование закупочных процедур существенно увеличивает расходы предприятия. Данные факторы делают неконкурентоспособной деятельность предприятия. Городу нужно стабильно работающее предприятие, нужны стабильно поступающие в бюджет налоги. Судя по показателям, которые вам сегодня предложены для внимания, показатели не говорят о стабильности, говорят о том, что налоги своевременно не выплачиваются. Значит, администрация города предлагает рассмотреть на постоянной комиссии по собственности и землепользованию Назаровского городского совета депутатов вопрос о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества в виде приватизации МУП «Назаровский хлеб» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью со 100% участием администрации города. Далее принять решение о реорганизации МУП «Назаровский хлеб» в общество с ограниченной ответственностью. Данные процедуры продлятся в течение 3-4 месяцев, после чего можно будет вести переговоры с потенциальными инвесторами о продаже долей собственности на условиях аукциона. Откладывать принятие решения в долгий ящик нельзя. Кредиторы имеют право инициировать банкротство. Обеспечением требований кредиторов явится муниципальная собственность, магазины и производственные здания, переданные МУПу на праве хозяйственного ведения. В этом случае, учитывая примеры нашего недавнего прошлого с банкротством муниципальных предприятий, городу ничего не достанется. Уважаемые депутаты, прошу принять взвешенное решение. Можно это? Отдел экономики написал. 20% хлеба Назаровского на рынке города. Да? Я говорю, что существенно. А ценность МУПа для города Назарова какова? Зачем вот нам с вами нужен МУП или не нужен МУП? Нам нужно стабильно работающее предприятие. То есть нам не надо взять на МУП, да? В какой она организационной правоформе будет, это уже дело. Потому что, третье, коллеги мои, я вот на, как в третьем городе являюсь депутатом, я могу сказать, что я с удивлением Назарова обнаружил. Во многих других регионах давно от МУПов уже отказались, потому что это экономически неэффективные, приносящие убытки. И вообще, мы перевели это и МУП, я кто здесь увидел. Есть, думаю, может от него ценность какая-то, польза есть, что-то. Но рабочие места, да, рынок, да, это надо бороться за это, доставить. То есть он убытки приносит, понимаете, и негатив, и плюс налоги не платят. Будем откладывать, действительно, тогда мы и потеряем и рабочие места, и вкус. И последний рынок, и потеряем. Меня, да, все остальное. Мы их не потеряли, рабочие места. Рабочие места в городе сохранились. Ну, в другой компании. Но рабочие места не потеряны. Люди не ушли на биржу труда. Люди работают. Ну, давайте тогда рассмотрим вопрос, да, о приватизации. Ну, это вынести на комиссию. У кого есть три вопроса? Давайте, конкретизируйте, пожалуйста, ваше предложение по отчуждению имущества или форму собственности сделать, которую вот предыдущий сейчас докладчик говорит. Значит, у меня предложение рассмотреть данный вопрос на комиссии по собственности и землепользованию
пользование, включив прогнозный план приватизации. Без плана приватизации мы не можем двигаться дальше. Далее, принять решение о преобразовании МУФа в общество личной ответственности. Меняется только организационно-правовая форма. А далее уже рассматривать вопрос о продаже долей. Вот, возвращаемся. Вот правовая форма меняется по экономике. Смысл вообще есть это делать или нет? Вы с кредиторами успеете рассчитаться до того, как они в банкротство? Мы с ними не успеем рассчитаться, но мы кредиторов пригласим выступить в качестве инвестора в данное предприятие. Вложиться в долги. Что значит за копейки? На условиях аукциона. У вас первое предложение, которое было, когда вы ходили к депутатам, говоря о воле организации, о том, что будет отдаваться процент в зависимости от того, сколько должны данному человеку. Вот и все. У меня было предложение, что если будут поступать предложения об обмене доли, надо рассматривать, а не отталкиваться от них. А что, пожалуйста, вы приняли? Олег Анатольевич, мы сейчас можем не решить. Давайте более эффективные вопросы решите, все. Нет, давайте вынесем. В чем суть? Конечно. Поэтому давайте на голосование. Я ушла в структуру. Структуру не надо сначала. Включаем. Нет, просто у кого можете идти на здравые мысли еще идти. Давайте. Другие предложения есть? Я так понимаю, члены комиссии тут были? Нет, он предлагает вынести на рассмотрение на комиссию по собственности. Комиссия по собственности, да. Здесь мы заслушали информацию о деятельности предприятия, о проблемах и о путях решения. Тут, в принципе, по МУПам надо решать. Не только в одном, в разрезе одного МУПа. А в принципе, МУП, как штрафовая собственность, я думаю, что на профильной комиссии там рассмотреть и достоинства, и все остальное, и на комиссию вынести и посмотреть. В любом случае мы к этому придем. МУП не жизнеспособен. Давайте отходить от этой формы собственности. Игорь, ну тогда по вашему предложению мы должны дать поручение администрации подготовить свои предложения по всем МУПам, да, и вынести на рассмотрение. Подождите, сейчас мы рассматриваем эту... Нет, сейчас, да, а вообще в перспективе на профильной комиссии надо рассмотреть достоинства, и тоже оттягивать этого нельзя. У нас три МУПа, да, я так понял? Три. То есть надо все три обсуждать, надо в любом случае на профильной комиссии смотреть. Если у нас эта форма собственности тянет нас назад, ну сколько мы можем болтаться тогда в этом муке? Давайте реорганизовать уже как можно быстрее. Ну а форму реорганизации по каждому предприятию тогда уже смотреть отдельно, на профильной комиссии. Потому что смысл бы здесь воду сотрясать. Так, все объясните все или...